Всем привет! С вами Инна Нефедовская. Я предприниматель, бьюти-коуч по красоте и молодости, академик, помогаю женщинам стать моложе и привлекательнее. И спасибо за регистрацию на мой новый курс «Лифтинг-метод. Стань моложе на 10 лет». В этом курсе у вас будет замечательная возможность начать новую жизнь и помолодеть лицом и телом. Вы узнаете, какие техники, стратегии и рекомендации для этого использовать. В этом первом видео я расскажу про лифтинг-метод для упругости кожи щек и почему сейчас самое лучшее время для обновления. Я также дам пошаговую систему омоложения зоны щек. Это та самая стратегия, которую, я уверена, вы нигде еще не слышали. Это то, что использую я, это то, что используют мои клиенты. Вас беспокоит обвисание кожи щек, появление складок на шее, образование второго подбородка, ведущие к общему изменению овала лица? Я думаю, да, это расстроит любую женщину. Посмотрите в зеркало, у вас кожа щек обвисла, появились брыли, второй подбородок. Это значит, настало время, именно сейчас вы должны проявить максимальную заботу о своей коже, чтобы избежать прогрессирования старения и смягчить уже имеющиеся симптомы. И сейчас самое лучшее время заняться собой, получить результат и выглядеть на все 100. Если вы даже не задумываетесь об этом, просто посмотрите на свое лицо в зеркало. И даже то, что вы видите сейчас, нужно успеть сохранить, так как тот, кто теряет время, тот теряет шансы на успех. Если вы это не сделаете, то многие другие женщины это сделают, а вы останетесь со своими проблемами старения один на один. На кого рассчитан курс «Лифтинг-метод. Стань моложе на 10 лет»? Он рассчитан на две категории людей. Если вы абсолютный новичок и никогда не участвовали в моих проектах по омоложению, в этом видео я дам вам пошаговую стратегию по омоложению зоны щек. Вы узнаете, как это делать, как вам получить свои первые результаты для упругости кожи щек. И вторая категория, если вы уже принимали участие в каком-либо из наших проектов по омоложению, либо когда-то занимались каким-то другим омоложением и получили результаты. Это значит, что с помощью этого курса вы сможете усилить свои результаты, а значит стать востребованнее и успешнее в жизни. Кому-то это может даже помочь увеличить количество денег в кармане. Так было не раз. Ведь красота и молодость для женщины – это наше все. Кто я такая? Почему я это утверждаю, что вы достойны лучшей жизни и можете выглядеть моложе? Я уже сказала, меня зовут Инна Нефедовская. Мне 48 лет, и я действительно выгляжу молодо. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Так было не всегда. Как женщина и ученый, я понимала, что молодость и красота от природы не вечны, что нужно что-то предпринимать. Я понимала, что уход за кожей по возрасту мне необходим, что с возрастом моя кожа становится безжизненной, начинает обвисать. Только я не могла понять, почему это происходит так быстро. Ведь я чувствую себя совершенно на другой возраст. И я помню свое отчаяние, что я пришла даже в клинику, и я хотела узнать, а какие методы предлагают там, чем мне помогут в клинике. И по незнанию я согласилась на лазерную шлифовку, потому что мне пообещали омоложение кожи, мне пообещали выработку коллагена, что кожа будет упругая после этой процедуры. Как вы думаете, что я получила? Я получила сильный ожог на лицо. И кроме того, я получила жуткий отек лица. Этот отек заживал примерно неделю. Никакого омоложения после этого я не увидела. Я увидела, как я испортила кожу своего лица. Все это дало мне толчок для поиска раскрытия собственных ресурсов организма для омоложения, чтобы далее избежать пластической хирургии и каких-то новых болезненных экспериментов. И так как к этому времени я уже проводила тренинги, выездные семинары и работала со многими людьми, я разрабатывала техники омоложения и проверяла их действие на семинарах, тренингах, экспедициях.
К тому же в это время я была участником очень многих международных научных экспедиций, организуемых по местам силы нашей планеты, и получила опыт разных народов, например, цивилизации майя, и который сейчас я также применяю в своих проектах. Кстати, некоторыми техниками я как раз поделюсь с вами в этом курсе «Лифтинг-метод. Стань моложе на 10 лет». И я поняла, что эти международные экспедиции – это были самые лучшие инвестиции в мою жизнь, потому что впоследствии этот опыт стал востребован для сотен людей. На сегодня я изобрела и владею технологиями омоложения, которые я назвала «возраст вечной весны». Это очень сильно поменяло мою жизнь, так как произошла трансформация моей жизни. Я смогла проверить все это на себе и теперь помогаю своим прекрасным клиенткам, женщинам, заслуживающим быть красивыми в любом возрасте. Моим клиенткам от 30 и старше лет. Самой старшей было 75 лет. Сегодня они легко проходят период перевоплощения. Их результат минус 5, минус 10 лет. Гордость моя за них безгранична. Поэтому я утверждаю, вы тоже так сможете. Сейчас моя миссия заключается в том, чтобы помочь как можно большему количеству женщин помолодеть, стать привлекательными и востребованными, реализованными в жизни. Поэтому я открываю сегодня секреты для вас, самых красивых женщин. Согласитесь, то, как вы выглядите, определяет вашу успешность или неуспешность. Ваше лицо – ваша визитная карточка. На кого прежде всего обращают мужчины внимание? Кого прежде всего возьмут на работу? Конечно же, красивую и моложавую женщину. А на стареющую, неуверенную в себе серую мышку никто не будет обращать внимания. Кого при равных условиях возьмут на работу? Молодую энергичную женщину или женщину в возрасте, которая загружена проблемами? А сейчас давайте перейдем именно к той пошаговой структуре, про которую я говорила. Возьмите блокнот и ручку, и вы можете законспектировать эти техники. Что происходит? Почему обвисает кожа щек? Несколько слов. Происходит сминание и заламывание тканей. Под воздействием мимики, деформация ткани во время сна, стекание мягких тканей от наполненного статичного состояния лица. Я уже не перечисляю, что с возрастом уменьшается выработка коллагена, эластина, что гравитационный птоз действует. Это я уже даже не перечисляю. Это основные причины. И благодаря всему этому поверхность лица с течением жизни превращается из молодой в возрастную или становится похожей на измятую бумагу. Всего этого можно избежать, если не допускать. Итак, шаг первый для того, чтобы вы получили свои первые результаты омоложения. Делаем по одной технике, но 5 раз в день, либо один раз в день, но целый комплекс, который я даю. Итак, цель данного комплекса. Сегодня мы будем укреплять нижнюю часть щек, препятствовать отвисанию щек. Нам нужно сделать овал более четким, то есть подтянуть овал и тонизировать мышцы щек, шеи. Будем стараться делать щечки упругие, округлые, уменьшим мелкие морщинки и сделаем кожу лица более эластичной и упругой. Моя пятиступенчатая система. Шаг первый. Когда просыпаемся утром, самое главное, после сна лицо нужно расправить. Поэтому расправляем деформацию лица утром, делаем техники на раскрытие лица. Шаг второй. Во время текущего дня техники делаем на расслабление, напряжение мышц, то есть работаем с мышцами, тренируем слабые мышцы и расслабляем напряженные мышцы. Шаг третий и четвертый – это подтяжка лица и тонизация лица. И шаг пятый моей системы омоложения – это позитивный мыслеобраз. То есть после того, как все сделано, мы даем установку.
Мое тело молодое, энергичное. Я чувствую прилив сил. Повторите это прямо сейчас. И начинаем с первого шага. Как только вы проснетесь утром, лицо и щечки нужно разгладить после деформации. Поэтому ставим стульчики, ладони на щеки. Опираемся на стол или на колени. Если вы встали только что с кровати, с постели, вы можете это сделать, опираясь на ноги, да, на колени, вот таким образом. И вам нужно положить лицо на руки, под весом головы слегка кожа расправится. Тянуть ее не надо, нужно просто ее расправить после сна. Таким образом мы делаем до счет 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше в течение дня делаем по одной минутке следующие приемы. То есть вы можете брать каждый прием, делать его ровно одну неделю. Например, 5 дней делаете, 2 выходных. Один прием делаем 1 минуту 5 раз в день. То есть это фактически всего 5 минут. Либо вы берете весь комплекс и делаете его 1 раз в день. Что делаем? Первое упражнение. Лифтинг метода. Слегка улыбаемся. И одновременно стараемся вытянуть губки в форме буквы О. Положили кончики пальцев на виски, слегка виски приподняли вот таким образом, то есть чувствуем, как работают мышцы. И когда мы сделали О, да, то есть губки, то вам нужно почувствовать, как напрягается вся область нижней части щек. И держим это, считаем до 10. Расслабились. Еще раз. Расслабились. И последний раз. Расслабились. Раз, два, три. И делаем после каждого захода, каждой техники расслабление, пальцевый душ и вот такую вибрацию. Следующее упражнение. Максимально широко нужно улыбнуться. Кончики пальцев ставим вот таким образом. Кончики пальцев, значит, мизинчики, где уголки рта. Безымянный и средний палец на виски, слегка натянули и большие пальцы к ушам, и слегка так растянули лицо. Теперь улыбаемся, максимально широко улыбнулись, и усиливаем напряжение щек и шеи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабляемся. Не забывайте, слегка, когда мы поставили вот таким образом пальчики, слегка на 1 мм мы подтянули височки вверх, уголки губ к ушам. И еще раз. Напрягли шею и щеки. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Таким образом, если вы делаете по одной минутке 5 раз в день, значит, вам несколько раз нужно сделать обязательным расслаблением, и только потом в следующий раз расслабляем. И пальцевый душ. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Следующая техника лифтинг метода. Будем говорить букву А. И сейчас будем ее говорить таким образом, что не очень широко открывайте рот. Нужно постепенно напрягать, опять же, мышцы шеи и мышцы щек. А-а-а!
можно щечки вот так взять и слегка их на 1 миллиметр буквально подтянуть и попробовать еще раз. Не забывайте, напрягаем щеки и шею. Еще раз. То есть вот таких заходов нужно сделать в течение минутки. Например, посчитайте, сколько раз. Расслабляемся. Расслабили. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь положите кончики пальцев к уголкам рта. Представьте, что сейчас мы будем играть с вами в игру «Том и Джерри». И мы с вами будем мышками. Мы будем сейчас делать пи-пи-пи. То есть нам нужно, когда мы говорим пи, то есть пи, смотрите, как щечки напряглись. Пи, попробуйте сказать пи с очень сильным напряжением щек и шеи. Так, положили, слегка натянули, напрягаем и говорим пи. Пи. А я считаю ударение. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Значит, я хочу сказать, что это упражнения силовые. И чтобы мышцы не перекачались, чтобы это было только на пользу лицу, для этого нужно после каждой силовой техники делать очень мощное расслабление. Расслабление делаем пальцевую дужь по щекам и по жевательным. Жевательные мышцы расслабляем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И сейчас мы делаем третий, четвертый шаги, тонизацию, подтяжку вверх, тонизацию кожи. Поставьте кончики основания подбородка, надавили таким образом. Раз, два, три. То есть поддавливаем, да, подбородок вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. После этой практики ручки совершенно расслабили и неотрывно тянем руки по щекам к вискам. Раз. Как будто вы хотите натянуть свою кожу и завязать ее за ушами. Два. Неотрывно тянем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я сделала 10 раз, но напоминаю вам, что один прием я рекомендую делать 1 минуту, но в течение дня 5 раз. То есть фактически это идет отдельным приемом тонизации и подтяжки кожи. Отдельным приемом это можно делать по 1 минуте, но 5 раз в день. Можно увлажнять кожу маслом перед этим. Тоже будет очень хороший эффект. Послушайте сейчас ваши щеки. Если вы сделали все правильно, щечки сейчас в ощущении поднялись наверх. Послушайте эти ощущения. И второй прием подтяжки. Поставьте пальцы на острие скулы под ухом. То есть это вот в этой зоне. И протяните их поверх лица до самого лба. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А 8, 9, 10. Переставили на несколько сантиметров вперед и делаем 2, 3, 4. И вы делаете до 10. Я делаю укороченно, показываю. И поставили последние около
уже губ и сделали тоже таким образом тонизацию, подтяжку. 9, 10. Правильно сделанная техника, когда вы кожу не тянете, а только идете по поверхности. То есть, смотрите, у меня кожа нигде не заламывается, нигде не морщится, а легко скользят пальцы по коже и подтягивают ее вверх. Добейтесь такого же эффекта. И теперь на секунду закройте свои глазки и послушайте общее состояние кожи, что вы чувствуете. Весь этот комплекс мы заканчиваем 5-м шагом. Сейчас мы будем делать позитивный мысли-образ на омоложение. Мы работаем с сознанием и подсознанием. И повторяйте за мной. Мое тело и лицо молодое и энергичное. Я чувствую прилив сил, энергии и радости. Понравилось ли вам это видео? Было ли вам ценно? Есть ли у вас сейчас ощущение, что щеки подтянулись вверх? Есть ли у вас ощущение расправленности лица? Другие техники, которые помогут предотвратить обвисание щек, а заодно улучшат состояние овала лица и как устранить брыли, я покажу в следующем видеоуроке. Резюме этого урока. Шаг номер 1. Раскрываем лицо после деформации во время сна. Шаг номер 2. Во время дня мы делаем техники на расслабление напряжения мышц. Шаг номер 3 и 4. Делаем подтяжку лица и тонизацию кожи. И в конце шаг номер 5. Позитивный мыслеобраз. Я выгляжу на столько-то лет, чувствую себя прекрасно, я молодая, энергичная и так далее. И это видео получилось и так достаточно большим, поэтому я расскажу отдельно про те секреты, которые вы сможете использовать для омоложения в следующем видео. Как устранять брыли и второй подбородок? Что вы можете применить, чтобы у вас подтянулась кожа лица, чтобы вы были счастливы от своего отражения в зеркале и окружающие купали вас в комплиментах. А сейчас я хочу вам дать домашнее задание. Первое. Я хочу познакомиться с вами и узнать, кто вы. В первый раз вы участвуете в наших проектах по омоложению или уже были участником. Если вы уже были участником наших проектов, напишите, пожалуйста, какой результат вы получили. Если вы новичок, напишите, почему вы еще до сих пор не попробовали омоложение в домашних условиях. Ведь это происходит без боли, без операций. Напишите, что вас останавливает. И второй вопрос. Какие зоны лица вы хотите изменить? Третий вопрос. Напишите, пожалуйста, что даст вам омоложение лица? Как сильно изменится ваша жизнь? Может быть, жизнь вашей семьи? Что будет, если вы станете выглядеть и чувствовать себя на десятки лет моложе? Если вам было полезно это видео, у меня к вам огромная просьба. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями. Внизу этого видео вы найдете кнопочки «Поделиться». Как говорится, если вы поможете как можно большему числу людей получить то, что они хотят, вы поможете себе. То есть, если вам было что-то полезное в этом видео, если вы нашли какую-то пользу для себя, и вы знаете человека, которому может быть полезно это видео, поделитесь им с другими. Уже совсем скоро выйдет видео номер 2, в котором я расскажу, как устранять брыли и второй подбородок. Любой пластический хирург вам скажет, если ежедневно делать массаж щек и подкреплять специальными упражнениями этот массаж, то это поможет подтянуть кожу щек и предотвратить появление второго подбородка. Как этого добиться? Вот об этом мы поговорим в следующем видео, номер 2. А сейчас сделайте, пожалуйста, домашнее задание. Напишите, ответьте на вопросы и до встречи в следующем видеоуроке.